Күнде телевизионный коллектор, он на радио нестачилер, пирга тайма спортивная бери, бүгүн биги студия бүтүгөл олдыды келле, спорт министра, сагарсулбукун спорт министра, Россия түлөх мастера, олимпийский призер, андай ду призера, Европа үстүгүлөх чемпиона, Европа алты түгүлөх чемпиона Георгий Русланович Балакшин. Үтөкүнүнөн ото бу биги элбеккиине хабары бут элбеккии бу истерин курдук бирини нючалы ыйтыкпыт анан буларына бири бит икки чааттан бу телефондору ыйтыкпыт ол иннетон бегат интерхергабит ыйтылар гитин агыст ватсабынан бири хатын сөп агыст 9 1 4 2 3 1 5 3 6 номерден өсөтүп катылуун агыст 9 1 4 2 3 1 5 3 6 студия телефонера от этики 00616, от этики 11616, он кэнеке улыб, икис чагаттан. Сэп чагалы хайын, в этом году Якутске пройдет очень много важных событий, да, одним из них является вот чемпионат России по боксу, да, это пройдет в октябре, да? В октябре, да. В октябре, ага. Вот как идет подготовка к этим ответственным соревнованиям? Ну, вообще, по инициативе главы республики Егора Афанасьевича Борисова, ну, поработав с Федерацией бокса России, все-таки мы взяли этот чемпионат, потому что этот чемпионат очень, можно сказать, особенный, потому что этот чемпионат является отборочным, он является отборочным к чемпионату Европы, соответственно, чемпионат Европы является у нас отборочным к чемпионату мира, и чемпионат мира уже у нас является отборочным к Олимпийским играм, ну, который у нас главный старт. При том, как мы брали этот чемпионат, в принципе, было у нас 4 конкурента, там был и Оренбург, и Краснодар, и мы были, ну, все-таки Федерация поддержала Республику Сухая Якутия, и этот чемпионат мы взяли, да. Ну, подготовка идет. Первый оргкомитет, который планируется провести 31 числа этого месяца, да. Вот как оцените вот уровень нынешних вот боксеров, да, кроме Василия Егорова, да, ну, кто может претендовать на медаль? Ну, мы традиционно вообще, наши якутские спортсмены, мы традиционно в маленьких весах, это 49, 52 и 56 килограмм. Ну, есть хорошие молодые пацаны, как Григорьев, Матвеев, Хатлыков, ну, на которых мы тоже рассчитываем. Ну, и, конечно же, на Айтала Дьяконова, который будет выступать, скорее всего, на весовой категории 64 килограмма. Вот как оцените вот уровень нашего вот сегодняшнего флагмана, да, Василия Егорова? Каковы его шансы вот попасть и выиграть вот Олимпийские игры и попасть вообще в олимпийскую сборную? Ну, Вася сейчас сильный, да? Да. Василий сейчас, ну, является членом сборной команды страны. Подготовка у него идет в плановом режиме, соответственно, первый сбор у них в начале года был это сбор на ОФП. Традиционно они его проводили или в Кисловодске, да, или в Кисловодске. И, соответственно, после этого он выступал на турнире в Польше. Феликса Штама сейчас находится на учебно тренировочных сборах на озере Круглом, и он в составе сборной команды России, они будут выезжать в Астану, и вот буквально в эти дни будут выступать в Астане на турнире на Кубке президента Казахстана. Да. Ну, Якутск уже имеет опыт, да? И хочу напомнить, что будет выступать в своей традиционной весовой категории 49 килограмм. А, 49, 49, да? Килограмм, да. Так, вот Якутск уже имеет опыт проведения вот чемпионата России по боксу, да? В 2007, да? Седьмой год. Седьмом. Да. Вы тогда завоевали золотую медаль, да? И вот практически отобрались на чемпионат мира, да? И Олимпийские игры потом, да, уже. Ага. Насколько важно вот проводить такие вот турниры именно, ну, у нас? Вообще, именно если брать вообще в целом олимпийский цикл 4 года, то именно сама суть брать именно отборочный чемпионат. Потому что он является уже, как говорится, дает толчок, ну, на основной старт. Можно брать чемпионат, можно было взять чемпионат 2017 года или 2016 года, но в итоге выступали бы мы только на чемпионате Европы, ну, в лучшем случае на чемпионате мира. Ну, если выиграли бы, конечно.
Ну, перейдем к спортивным играм, да? В этом году все с нетерпением ждали проведения вот спортивных игр народов Республики Саха-Якутия. Однако вот было решено перенести из-за паводка, да, было решено перенести на следующий год. Расскажите про это неожиданное для многих решение. Ну, по сути, если брать, то природу, как говорится, предсказать невозможно, да, всякое разное бывает, но очень большое затопление, да, очень большая, ну, паводковая ситуация вообще по всей республике, ну, и, соответственно, и захватила Амгинский улус, ну, и очень большие разрушения, очень большое затопление, ну, и, соответственно, главой республики было принято решение перенести игры на 2019 год. Но я считаю, что это очень правильное решение, потому что сейчас пока все восстановят, пока все уберут, ну, соответственно, будет возможность подготовиться к играм в хорошем объеме, да, в 2019 году. В 2019 году, да? А конкретные числа вот известны, да? Как? Конкретные числа известны будут в 2019 году вот, с 3 по 8 июля. Июля, да? Июля. Ага. Ага. И многих, наверное, интересует вопрос, да, сохранятся ли путевки игр до следующего года, потому что во всех, почти во всех видах спорта уже разыграны, да, на чемпионатах Якутии путевки разыграны, поэтому вот всех, наверное, волнует этот вопрос. Ну, буквально два дня назад председатель организационного комитета Михаил Мич Гуляев проводил совещание по этому поводу. Ну, не только по этому поводу, вообще в целом по играм. Ну, и там было принято решение, что те путевки, которые были завоеваны в 2018 году, ну, вот сейчас, которые уже, старты, которые прошли, эти путевки будут оставаться за теми командами, которые они завоевали. Те виды спорта, пять видов спорта, которые у нас остались, которые у нас остались, там у нас бокс остался, легкая атлетика, стрельба из лука, потом, ну, еще пару видов. Соответственно, эти виды будут проходить отбор в 2019 году. Еще раз повторюсь, те путевки, которые были уже разыграны в этом году, которые команды завоевали, соответственно, они останутся, то есть уже будут, ну, как говорится, не теряются, перейдут, да, уже будут, ну, переходят на 2019 год, соответственно. То есть спортсмены могут спокойно готовиться, спокойно, да? У них еще есть год, да? Год запаса, да, можно провести 3-4-5 спокойно учебных тренировочных уроков и спокойно подойти к этому чемпионату. А так, если брать, то вообще в целом, ну, вот так я статистику посмотрел, насколько у нас, ну, кто больше всего путевок завоевал. Ну, конечно, традиционно это у нас город Якутск. Если брать улус, у нас Намский улус много путевок завоевал, ну и Меган-Канлыкский улус является лидером, кто вот сейчас завоевал путевки, да. А вот именно от переноса вот игр, да, не поменяется вообще график проведения спортивных? График проведения не меняется. Соответственно, если игры должны были быть в 2018 году, ну, чередование. То есть, если в 2019 году будут, игры будут уже не через 4 года, а через 3 года. Через 3 уже, через 3 года, да. И так, сейчас какое состояние вообще именно вот по строительству объектов, на какой стадии, и вообще они успеют ли вот, построить стадион, комплексы, потому что там уже, у них уже другие проблемы сейчас, да? Строительство идет в плановом режиме, то финансирование, которое было предусмотрено для строительства этих объектов, оно, как говорится, ну, все остается, поэтому я думаю, будет возможность даже, ну, не будет возможности, я уверен, что объекты построятся, и будет возможность апробировать эти объекты, да, и провести, может быть, амгинцам какие-то тестовые соревнования. Тестовые, да. Если успеют до этого, до сентября, да, вообще все там отопление провести, да? Ну, еще раз повторюсь, что объекты идут, ну, строительство объектов идет в плановом режиме. Да? Плановом, ага, хорошо. Ну, перейдем к чемпионату, да. Вот недавно в Каспийске завершился чемпионат Европы, да. Как оцените вообще вот итоги выступления нашей сборной? Ну, вообще, в целом, если брать, то достаточно, ну, хорошее выступление. Вот обидное поражение в этом, как в весовой категории 61 килограмм, да, там за 10 секунд наш спортсмен проиграл. Ну, а так, в принципе, я считаю, что для этого уровня, для этого времени, ну, в принципе, состав команды оптимальный, да.
Ну, почти вот спортивный сезон завершается, да, во всех видах спорта завершены чемпионаты страны, отборочные, да, на чемпионаты мира, Европы, да. Вообще, как оцените итоги спортивного года вообще в целом? Ну, обычно, Николай, мы итоги подводим в конце года. В конце, отборочного года. Да, на бале чемпионов. Ну, по сути, если брать, то сейчас у нас завоевано 101 медаль вообще, если брать нашими спортсменами. Ну, Все мы прекрасно знаем хорошее выступление Сардан Трофимовой на чемпионате России по марафону, где она пробежала с временем 2:28. Ну, это очень хороший результат. Максим Афонин на столкане ядра занял первое место. Потом Степанида Артахинова с Николаем Новгородовым у нас успешно выступили на этом. Потом, ну, соответственно, наши борцы Сурда, традиционно вот эта наша пятерка, она очень хорошо выступает. Ну и, конечно же, очень был рад, когда в 13-й раз Владимир Баланец стал чемпионом России. Ну, до Олимпиады Токио, да, остается совсем мало времени, да? На какие виды спорта и на каких спортсменов в первую очередь возложены основные надежды? Ну, традиционно, конечно же, это у нас бокс, потом вольная борьба, стрельба из лука, потом, ну, если брать тех же... как говорится, наших паралимпийцев, ну, это Диадорова, Баланец, Артахинова. Ну, если брать боксеров, Егоров, ну, если брать вольную борьбу, ну, конечно же, мы рассчитываем на Виктора Арсадина все-таки. Весовой категории 65 килограмм должен закрепиться, потому что если брать по итогам вот последних, ну, этого года выступления, там он на двух турнирах участвовал, ну, в принципе, достаточно хорошее выступление, поэтому я думаю, что в очень хорошем, в оптимальной форме он подойдет все-таки к чемпионату России, ну, и рассчитываем на него. Ну, и, конечно же, должна все-таки у нас выстрелить по стрельбе из лука все-таки Евгения Тимофеева. Да. Ну, и также, конечно же, это Сартан Трофилов, ну, и Максим Афонин. Спасибо. Ну, осенью пройдет еще один, да, долгожданный вот старт, чемпионат мира по масс-рестлингу, да? И как идет подготовка? Ну, положение, как говорится, разрабатывается, решение о проведении этого старта есть. Вообще масс-рестлинг, ну, не только у нас в республике, а вообще в России и в мире очень сильно развивается. На сегодняшний день нас аккредитовано уже 46 зарубежных стран по всему миру. 46? Да, уже аккредитованные. И на подходе еще очень много стран, которые готовы развивать этот вид спорта. Ну, планируем мы, что если у нас на первом чемпионате мира, который проходил в городе Якутске, у нас принимало участие 36 стран, то на этом чемпионате мы планируем где-то участие где-то 40 стран. Ну, это где-то порядка 180 участников. Ну, и буквально вот в эти выходные как раз у нас будет стартовать отбор. Будет стартовать отбор, где... В Нальчике, в Нальчике наша команда будет участвовать на чемпионате России. Сейчас мы уходим на рекламу, потом продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. Эстетогул үтөкөнүнөн күндү иштечилер күндү көрөчтөр эки тайм аспертин бирини көрөчтөр. Биги эстетогатлыбыт, элбакын хабарыбыт, үчөлүйтөрөбүт бирини. Onun 32016, 32116 телефондорунан баягыт интеллигент үтөлөр гетен бири хатын сеп. Все, продолжаем наш разговор. Ну, завтра, 25 мая на стадионах Якутска стартует вот фестиваль «Мир Май ГТО», да? Цель и основные задачи данного проекта и вообще, что дает массовое развитие вот ГТО в республике? Ну, вообще, с 2014 года по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина было принято возобновить, потому что в свое время ГТО у нас, как говорится, перестало существовать. Ну и, соответственно, пошли этапы, как говорится, внедрения ГТО, как говорится, ну, можно сказать, в массы, да. Ну, соответственно, в Республике Саха-Якутия тоже проводится огромная работа у нас по внедрению, ну, не внедрению ГТО. В принципе, у нас, если брать, есть сайт gto.ru, ну, как говорится, АИС ГТО, и где смотрят, сколько человек вообще зарегистрировалось на этом сайте. То, если брать Республику Саха-Якутия, у нас порядка 91 тысячи вообще людей, которые зарегистрированы. За это время мы апробировали более 19 тысяч человек. Ну и, соответственно, знаки отличия у нас дали 4153
человека, да. Ну и вот эта акция проводится для того, чтобы, как говорится, еще вовлечь людей, чтобы они имели возможность прийти и сдать нормативы ГТО, да. Ну, планируем очень такую большую, крупную акцию, где-то более 1000 человек придут, сдадут нормативы ГТО, ну и, соответственно, кто-то, наверное, получит... Не кто-то, наверное, получит, а я уверен, что получат и золотые, и серебряные, и бронзовые значки. У нас звонок. Алло. 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 Здорово, Лурон. Здорово. Здорово. Какие ваши дана? Ага. А мин бу спорт министриттен итарыгана бу хураттан эривна фанасия гефке. Амал угар бетинне хэгэр тох инвалидтерге вонно спорт тоқа зал тутулары дурар инвалидтер көрәк кирәк иһәр кына эттиләр ген көрәк тәһәр кына улнук улган зал тутулары дурар бетинне ол зал булана батчаңы дили хатчыта берелли бәккә турар атынча гыйм перебетчи гылатыгар бу аню болары гор орны бүтү якта гатонны бүйм билген аню болмак болла олды болар бихи залы билген тутан бүйм бүтәр якпытын багар бүтта Качетым көрбөккө баралар. Того бу залы бейлере тутуак болон эбишайдан баран тылларыга турбаттары ген эребини ханаты кайтар бой болу. Эше бир вопрос кайын. Алло. Алло, жарабалар. А, жарабалар. Хаттар дигети? А, Мархаттан Эдуард. Үйтүгүн. Бионалта астакмын. Колор мен састы жактарга гуто норматын токтор туттар, кандай туттар бутун бу Instagram'га сүрө атты иде. Кантем биле калса бийди. Шөп. Так, бүтүн жагар да. Ото бүтүн жагар объект уга болин конкурс болуп турур. Конкурс бүгүндөргө бүтүп жакты. Жан ус күн деп качыты көрүлөн турур. Ага 1 миллион көрүлөн турур. Ондо зал бланыгыр керек да. Зал адаптивный болот да. Он нюкемигер бигенно үскөрүн бланыгыт. Волейбол сиде, онна Ахматы оно дуваты бланыгыт. Сөп, очана санарга мактарын сөп бит, барта көрүлөн турур. Хатчыта. Сөп, он это туат деп бигон алтастак ки. Бигон алтастак ки. Так, нормативден рахсар, ступенен рахсар. 11 ступен бар, оно тугунан көрүлдү. Кеси анан көрүлдү. Кален или хасын кален би активтер кытты кытын деп бастатан туран икинен кан бар стадион туймада бие тухуп бар центр бу бар ГТО центры оны кан бар кален тухутын ГТОтын тутур норматив кытын тутур кытын деп начуй де анан ким интергир вопроста бе отдики 0016 отдики 1116 телефондарын ыйты кытын сөп агасы бирге бүлүлөр бут сөп туатты бітте зарядкаларын анадылар. Многие спрашивают про утренние зарядки на площадях Якутска, как они, когда они начнутся? Ну, вообще, официальное открытие зарядок будет завтра у нас, 25 мая, на стадионе Туймада в 11 часов. Ну, планирую сам открыть эти зарядки, провести, можно сказать, провести первую зарядку. Ну, а так у нас зарядки стартуют с 28 мая с 6 утра до 8 вечера. Если брать город Якутск, то у нас 9 площадок. Это площадь Ленина, площадь Орджоникидзе, Сахацирк, площадь Дружбы народов, площадь Победы, площадка уплавательный бассейн Чолпон, парк культуры отдыха и стадион Туймада, ну и, соответственно, площадка около Триумфа и площадка около училища Олимпийского резерва. А так, если по республике брать, то в 22 районах нашей республики проводятся утренние зарядки. Да. Так, и вот по WhatsApp спрашивают, да, в утреннее время вот стадион «Юность», Туймада, вот бесплатные или платные? Бесплатные с утра, с 6 утра, насколько я помню, до 8.30. Стадион, бесплатно, да? Да, стадион открыт, и каждый желающий может прийти бесплатно позаниматься. И еще вопрос. Здравствуйте, из Якутска. Так, почему бы не сделать посещение тренажерных залов, например, в Триумфе, Мадуне, бесплатным? В среднем разовая тренировка обходится 150 рублей. Я думаю, что если сделать общедоступным, то молодежь будет более активно заниматься и охват будет большим. Семен спрашивает. По сути, если брать наши государственные залы, они по сравнению с коммерческими залами, они достаточно имеют цену, ну, можно так сказать, такую
оптимистичную, да, mm-hmm. достаточно хорошую цену. Mm-hmm. Почему вводится эта плата? Чтобы, ну, залы тоже они, залы и тренажеры, они mm-hmm. имеют тоже свойство, как говорится, изнашиваться. Mm-hmm. Соответственно, чтобы что-то поменять, что-то подбелить, что-то подкрасить, ну, соответственно, вот эта плата и вводится, чтобы какие-то, может быть, ремонтные работы проводить, ну, и так далее, да. Mm-hmm. И еще вопрос. Вот... В современное время появились очень много вот платных секций, да, спорт превращается в бизнес. Вообще, так, они проходят регистрацию или нет, тренеры говорят, спрашивают? Ну, очень, очень uh-huh. хороший вопрос, да, uh-huh. как говорится. Очень много всяких разных инструкторов, uh-huh. инструкторов работают, соответственно, выезжают куда-нибудь, получают определенный сертификат, ну и, соответственно, mm-hmm. уже начинают тренировать, как говорится, ну, общественность людей. И, по сути, если брать, то человек должен быть, во-первых, с высшим физкультурным образованием, mm-hmm. который, да, должен или быть инструктором, или там тренером. Это первое. Во-вторых, те люди, которые... Я не говорю, конечно, про всех есть, но угу. те люди, которые занимаются, ну, отдельно тренируют как инструктора, то, лично мое мнение, они должны проходить курсы не менее там, насколько я помню, или 114 часов, или вроде 250 часов. Тогда уже более-менее можно будет как-то рассчитывать нагрузку человеку, чтобы его тренировать, да. Угу. У нас вопрос. Алло. 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 А, здравствуйте. Здорово. Сэп, махтал. Он эти чемпионат Европы на итоге, где он на тох титлер, где холобра. Нюргун Скрябин, Белоруссия танкеттер. Он был на Белоруссии, команда тогда был Европа чемпионат уже тух была, международный крутый был. Он кинер апелляция тюрер, эбетер эти херках тата. Бихи была на Россия гражданин был, на хайдах так эти херках подсох. Так бихи тала, чтобы тупо истветтер был. Он это бигеге булана через СМИ рекомискуя потенция журналистер. Он это самое макавирга так само айдан та да бутна бигне он хертне хертне бат. Ну хам 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 главный Андрей Владислав хамтан ерба гнинан. Еще вот кто гунна ди. Он нука. Он нука дюхана хаддараки хевже. Это когда тихо. О подрубы курдук. Он спокойно без суеты. Аллах бятин тун. Дело то номер один доход. Он эти призер был бы терна говорить меня честно. Он нух был да я. Он на был на эти нюргун скрябинки сидит. Конечно, были дилар, были ям бар, батта ям бар, а когда мы нюргун бейте мне хатуахтире. Бей мне мысли галах, пиндин блинер, то где терки не кое не хем не ханабт. А то мне коробен и кима мем бар. Постатам туран эти кибергерки пите. Он на бал бир бетлер, он то не кистян.
атака кирен тухтан истана судьерди готовпутен. Ага, он улана херетен икки херетен он улана күтү баттахан бара гынан бара нюргун итикини хайдах бара он нуга кайен чепете. Тогойтер улган хизите вакки он улана нюргун ити кайен ебинден тухтан халда ди. Өсөдан 10 секунда бара. Аны дигине эргетин хепете. Ай бергите, айгите апын чепете ди. Он кине бу кулдан халдым ди. Чөт балга бир алды бундан миспит. Он улана битек бал алтал таң отдым ота мен битек оңорундан кайен ди. Антон, биппин кене бидде дан баран олох кай бидагай. Дигинен икистан кисер бидде олар по качеству. А, кай ятадым. Билинги бара булат ох. Качествонан көрөлөр ким амплитудуна барагын олар бу кей кай баран таксыр. Анан булан качествонан кай анталысты ол турак, он эти кыгылах. Он булан туйып биттер мен. Георгий Усланович, эге булан олох беги кен туттар ки бит тухкан. Бу жокускайга бастыр гитер тегер ханатай эветер бу истиене көмөлөрдү жигатер кисер доктор бу атын хирге кисер доктор атаманна ки ол вопрос кеп петтек пет энене кылгас реклама токтоп болго бар кайын ол кенеттен кепситибитин сал гык пет ханадар атма беги агаса билгелүү бит он отуз эки нул нул алты он алты отуз эки он бир алты он алты телефондорун итилдир кетин бири кадын сөп ханадар атма Эсэ төгөлнөрүн энергия эги тайм аус партины бирине көрө истэ алырагыт. Бехаманда ыйты кирбите бу икетен чатта лахаманда баштабык кү жокусэге олосэрлэхтик он бу бирдүлахтын өрдүбүк кү брахани брахтабык ки дебиттер онун төрөбүт ширгер бахага хергер кисер ордук ту эбетер таздай дугаду ани хайда хатти психология эти нахапетнес баттырду психологически бихи токтан келип бит мен то каз бордум Дагестанга бордум Дагестан командадан гытта онтон төннөр бир эти 5 күндөрдө келип онун акклиматизация Тугоспорт, тыгырхан оспорт. А так, конечно, дигер кисер ордук булды. Жөнүн токтулур, жөнүн көмөлөлөр, бартын күтөлдөр, кайылдар аны психологический ордук курдук. Ока, конечно, картек стене баттыр. Ответине тукну эпетне хаң дүр. Кына баран, конечно, дигер кисер ордук булды. Аны буланы бу багар эдер боксёрдо көрөлөр олор болу бар. Туактар бу быйыл Россия ки сыякта болаттар көрөлөр олор. Аны булан эн ток сүбөнү берет. Кендерге. А то ещё достойны бәлерин жилдер достойны кисектерин аны. Жаны бал бәвет бәлерин балерсиктерин үрдерлерин курдук тоттан. Вот тем более жилдер киселе бул. Кандай жер аны мөлтөкпаты кисер татмат бул. Ага. Сөп бияха ыйты кидде исте кайын. Алло. Эди 00616 ген хаябат. Алло. Алло, кантер дигиди? А, бу жугушетте Николай демен. Ага, бу агасы бирге тагастын ыйты ген. Ага, мен бул Георгий Русланович вопрос так тийди. Угу. Эти колора тох сенсиров нет, кому тустуга. Жола. Угу. Мен сезе болду ий. Юниордор первенство болду атта. Угу. Оно олордун ин теңирден исидим. Тох. Бәлерин качылынан баран кеп тиреги. Сап эки бизнен антан кейинен бул лагында жандар тустуларга Әне хатты хоқчен атылды. Неге қандай мәлімет информация ки болған теңерді жетелмер. Бәлі тұрдан да келді. Мхм. Оны қолдары білім тұрлары болады лекке. Оны хатты уже хоқ. Мхм. Сөп. Оны бәрі мәрі қана жүргізіп Тустуктар баралары керек. Тустуктар эти молодежка чаще бәлерін качылыра бар бұттыра. Күшілдері отон эти основной состав команда барыр. Эти бар болаттар келген качыларын бит төлен жоа. Потому что билен качы койт анкалар, койт анкалар калар түгенер биел качыларын токтуу төндүрөт. Улган жондорго мээнник, бәлерин качылары качылык болгон бәлерин качылары баралар. Ото би республика сборная команда спортсмендер болдуктар. Бәлер качылары баралар. Онтан калам барын качы түстө анын качыларын төндүрөт. А так, конечно, бәлер рок спортсмендер бәлер баралар. Не организованы, олар качылары, конечно, төндүрөт. Сөп, оны тухтай биттер. Спортсменнер үлелек болуларын качы үлете барар дуе биттер. Холы бары аттақ солылар спортсменнер бастан өте сүйдері сылжалар, онтан бұл спорт кәнеттен ол таксисті жер болачылар, үлек өте жүйдер болачылар. Етіне қайда бағары қайды бапыруға дей бітті. Аптан да кейттен тұлтақ. Қолыр Колорча боксер дырыллах пына кем Зои Саева ушеват үлігдер,
Оксана Васильевна, конечно. Зоя Сая битте. А там трамалнан тухтухдер. Оксана Васильева тюлелихдер. Вот он кихитен тулуктах. Герман, Герман Контой вообще от тренера дихдер. Он на кенеки ходит, пне эти блигин эти атах у нас пошли на хен уле была на ряд. Ленис придуна блигин. Ленис придуна были лидер. Александр Кантоев был лидер. Он на кильнер туха руководящий должность был лидер. Он ну пла. И имею лидера. Бимин имею лидер. Пем бем и пеплом. Кем Ленис придуна вшего сына замный лидер. Александр Степанович замный туха училище олимпийского резерва. А Виктор Лебедев советник мира был. Виктор Лебедев советник мира был. Он на хим бир атас улла жандар он тебеля жанда была, вот химбир тебеля было хонада была, химбир грамотная, тебе-то кишу из спортсмен был. А, воли хин была, он у жандар химбир хадар бус хаяс была, на химбир тахал. Бус хаяс была, химбир тахал. Ага. Все, он на тон, он на так, все тух, как, тугу и путь терманна. Национальный доктор Крымнеры холовара мастерды хита хапсагай олимпиадага кирергер үле барар до оны кирен сөп до дептер. Тө реальный депт. Ата дигенен бәвит би холор ата хапсагай кирер кан шыгырганас болуй, ырганас болу холор болса андай дүнялла кана Это бигантан таккар стиль тухпа. Бәлерин жондорун көрүнгөнү бәлерин тустуулары. Холор махаллакына, махаллакына Маған бейіп тоқ бұлды. Атын маңны каналогичіне көрін хоқ. Тем более, уже түрден алтадой дуа. Акритуана федерацияларда. Бұл, дай бұл, үш чемпионат пытын ұйтық бұл. Ал, конечно, олимпиада кейлергер. Ирхана Оспуло, конечно, вилетын ұйтық бұл. Кейлер аты бұл. Примерно расшоп бұтынан. Асқайны кенте юристин көрін үшуа тоқтақ. Маңны краскладтақ. Где-то примерно, вот тут Касар Гаманник уже тут примерно была на интернете. А, уже Кирих Тахтин. Ну, вот Кирих Тахтин, конечно, Бейбау было, так это было Рабильдепа. Ага, все. Бейхай, ты кидда? Алло. Уйти Асадана. О, Уйбан Тарантай, уйти Асад. Дера. Келем бире мега хакенригер успор сайдыта эти мехайдим тез гуляев үсүттах кахтахты колоктан кайсыта сайддан барыта барытын түмүгө результаттары Элбан килем мадлар хатта. Бу олимпиас келен министр болгон абыр төрөт көгүр усланыбыз төрөт атташы болгон үскө айта анан кана аскыда төр спорт сайдларынан Норват бийиктеринеке сомого болорун күйүн туганан келин биреме хүддах камылар ен курастар ен хүддах сайдан кийин бадылар. Олон маннык экиникилер якын барабын. Келин биреме марафон хүддах сайдан эле хатта. Бул марафон сайдыга деген саддана Трофимова эле болуу го дешек никел бен кийин бадылар. Онан себептен эле андай дөштө улар чемпионат Татьяна Жиркова Ден атын үрдетек қалады. Сені қазі юна стадионы Татьяна Жиркова атын, бір кере күз атын берді қатында. Дөші атыры қыз әтті. Деді тоғай зегіт күгіттаттан ұлған атты ақтар ая құлды көштелдер. Оның юна стадионы Татьяна Жиркова аты қайдай. Руслан, кім? Игорь Руслан Сайдавын. Это дегенен... Татьяна Жиркова туға спорқа вкладар бақ болды. Тем более сүйруге Он только был обычно в одной практике, там одной. Бие этикирер, бие уже бьет из пятерки, он на комиссии отыгрывает. У сын правительственная комиссия бар, он правительственная комиссия, коллеги отыгрывает. Коллеги отыгрывает, коллеги бэгарар, он коллеги кентен тухавар. Правительственная комиссия кырыр, он там уже ханнерки атын холын ингерерге уже он на бэгарар. А так, конечно, Татьяна Жиркова туга вкладывает бак пулда тухан. Спорка именно легкая атлетика. Все. Он это ухте битер. Холобра тустуга бак международный турнир баллар. Он тон боксала международный турнир бар был ухтера доди битер. Это дигна мастерская. Это дигна перспектива он рогощи было это. А так как мастерская турнир дахват, биле Александр Иванович Федотов кине, биле Сергей Исмаилов кине. А так калин все еще Ангардас Василий Гуров работа, хочу спортсмен нардах был дахват на дигнен будущем бир хлг бриметин еще дик табал
табатутан ғылғаби турнира ұйтар бұл ұйтар бұл үші бұл өте. Мәнді мәйгінді бұл ғылғаби біттер әте, көркен турнира ұлған жоңға бар, бұл международный турнир, онтан кемкен Арман Димитриев кені молодежка бар, онтан пенеген кенін оғыларға международный оңыр қосып тұғы біттер. Оңыр қосып бұл, бұл нет. Папалыш олимпийский чемпион бар ғоқ. Олимпийский чемпион, он как раз градационный бар это было бегение. Холор юношеларга бар было это, молодежка бар было это, он лохан джонга бар было это. Он и тухте битер, тухте битер, бо, келен, тустуктар бит, туха костлер де битер. Хапсайга, тухте битер, хапсайга на хельбех, бо, массинаньонар, ранайте, лохан пристеранил. Антон тустука, эти боксага, ола пристере, мертехолсте битер. Термес чайник те будут. Я хантан тутан тутлуктах было, ки тука, иртан тутлуктах. Хорот ден, россиянный Тогляхо ще брістях полохане, то тустуга кайдаха. Андой дюнакай, тогляхо ще Николай Бемблян, тогляхо ще брістях полохане. То олимпиада накай, тим более вилох і лір тут гаджет. Он не пула. А надо сол бір вазіла ранду, чемпіон міри ду, олімпійський чемпіон була ранду. Он не пула. Може, кі гібяти би гара була. Все. Вонна, бу, сылт, екатеринча, вонна ал сылттан, туу хелката хагаты, бірі өткарахалла, туу хелката хагаты, бу спортивный хелттан. Был там, да. А, бо екатеринча вонна ал сылттан. Ату мероприятие вето бар, бігет. Намы главные мероприятия, лорыщу дытых потын надо, это чемпионат России, чемпионат России, вонна, это Москва чемпионат мира. Эти ким мероприятия бар, улаха мероприятия, вонна, хамы главные бей спортсменнер бит, атын, блин, тухтар отборочный дэп биттілер ди. Токсилер, Россиялы биттілер, андай дуга Европа, бишеді кытталарын көрдік бұла. На главный спорт хайде тұрарын көрдік бұла. Спорт, ага. Вонна, тугу и пыттар, эти зарядканы, бу, эти туха таха бұд, интернет көрі таха бұд, зарядка с министром спорта денде, эти заряд... Тасын бар бұн, он биттен. Он Он биттен хандык стадионга? Стадион Туймада. Туймада, де? Он хайда была нахты барары? Хайда. Кас минута болары? Ким бағалақ халады? Ким бағалақ кәлен кеттен, 15-20 минута хап болары нет. Жаны кәрті хылтар көрді. Сөп, онна туақтен айпыт, манна Эдуардтен айпыт, төңгілуттен, күстаты көтті ой дебіттір? Кусту урагартым, а? Товары спар, Александр Степанович Кунтуевка базы тер баран, үш күні бұға да кустан. Кистер бұл бұлақ мәттіға кустан қатай? Куспыта ғайық бұлдан. Главное туға, мүтілетті процесс. Главное процесс. Процесс, аға, сөп. Онна, ола ғайы біреме қалды, бәғат баға хан ағыт, 2 мүйті құдды қалды. Бәғат хан ағыт, бұл спорды сәңір әйтшілерге, тоғын спортнан олар бұлай. Спортнан олар, оны бір хамы бұл спортивный республикадан белділер, онын бәғіт бағына ағады. Ата хамы главны болельшіктерге, спортгүт таптачыларға, спортду таптан, бәвет спортсменлер бұтын сөбілен, куханны кытың нақтырына ұстамын, үйомен, тоқтып поддержкалы атан, потому что спорт яра ағына бұлды. Қағаныры кыян, қағаныры кайтан, олен бар. Тох парма менга бей спортсмен нарбитин, хамай главная поддержка лан. Кейлар да кейтар, лар да без разницы. Күндіз тәшілер, күнді көләшілер білген Георгий Русланович Баланшин білген ДП-1 тұққа барар. Петр Егор бейу ас... Петр Егор үші білей, олығын барын ұлын бейттен алынар, олығын барын әрділек тәқтін. Әрділек тәқтін. Бейі күтігенден туған аммыт Петр Егорович Попову бұл әтті 15 сағын тұл бұтынан етедесінің әрділі бет. Кені өттен бір хамай тұққа бе бұлайы. Спортсменттен бұл министр... Спорт министрі көріпті үлілі әуі кейі, оның әлбәға меманның тәрәхіндері үппі кейі, қас кенеген үріпті, түйет кенегені Сурьян тәрді, оның білген дағының үлілі қамсы үйдер кейі. Оның бұл ана Петр Егоревич көп егеме тұқ бар үшігі кәріне бағарабыд. Оныттан Георгий Русланович үңірібітін ұлынан кәрбі кетер еғі барға мақтал, оның үлігі тегер, бұл үлігі тегер, оның үрдіктен үрдік сетігіне бағарабыд. Мақтал.